что вы... А, палочка. Вон, возьми там. А, вон. Сегодня прохладно. Но все равно хорошо. Ну, можешь снимать. Развел раствор. Я для более такой интенсивного роста корневой системы, ведь корневая система у томата, да вообще у любой культуры, значит, она подразумевает наличие мелких-мелких корней, которые именно вот как раз берут из почвы, из влаги, значит, все питательные вещества. Да, значит, вот у меня есть такая, не один год уже применяю вот этот вот так называемый здравень. Значит, его размешиваю в 10-литровом ведре. Значит, там буквально 30 грамм нужно для того, чтобы размешать. Вот, перемешал, он у меня как раз ночь настоялся. И я сейчас буду небольшими, буквально вот этим вот горшочком из-под сметаны, из-под йогурта «Зеленые холмы», тюменские, такая марка, вот это вот так дозированно поливать. Значит, и все вот эти вот 15 томатов, вот, которые мы специально выращивали, готовили для птицы, я буду их поливать этим раствором. Сейчас как раз время у нас 3 часа. Значит, время уже и сама вода нагрелась, достигла нужной температуры 25 градусов. То есть комфортно будет корневой системе воспринимать эту подкормочку. И по одной вот такой вот небольшой, таким объемом я заливаю в корневую систему томата. И видите, как томаты улыбаются, они же. Вот улыбаются. Растут, они довольны, что здесь у них столько цвета. Сегодня очень любезно залетали к нам пчелы и занимались своим делом опылением томатов. Хотя здесь некоторые томаты не нуждаются в опылениях, они самоопыляемые, но все равно пчелка натуральная всегда здесь к месту. Вот. Здесь, значит, сейчас вот тут вот как раз посерединке у нас 5 томатов. Видите, какая высота. Сегодня 3 июня. И 3 июня вот такая высота томатов. Значит, и вот посмотрите, что удивительно, какие размеры плодов. Значит, вот, смотрите. Вот. Вот это, вот такие размеры плодов. Значит, вот, видите, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И здесь внизу, конечно, крупненькие. Они уже начинают уже как бы чуть-чуть из зеленого состояния переходить в такое желтоватое. То есть начинает спеть, и томат растет. И по мере роста и, значит, здесь цветение уже вот... Значит, идет процесс опыления и рост томатов. Как вот так вот, как бы пирамидкой, так вот вверх. Вот так вот у нас растут томаты. Видите, на всех томатах, на всех помидорах есть плоды томаты. Вот они. Сегодня, еще раз напоминаю, 3 июня для Тюмени, для города Тюмени, это Западная Сибирь, значит, это здесь... переменная температура, то есть здесь то холодно, то резко жарко, и вот эти перепады, они плохо влияют на рост растений. Но мы потихоньку добиваемся того, чтобы они была равномерная температура, регулируя, конечно, потоки воздуха, для того, чтобы томатам было комфортно. И вот посмотрите, что происходит на параллельной. У нас здесь вот грядки. Во-первых, томаты в этом мы посадили позже, на месяц позже. Смотрите, какой интенсивный рост томатов. Видите, они еще даже не закреплены палочками, не подперты. А видите, они какие стволы хорошие.
И сама, во-первых, зелень хорошая. Некоторые уже готовятся уже к процессу цветения. Вот у них пошли уже вот эти вот ответвления для цветения. И посмотрите, у нас тут для контрольный боб. Если бобы посмотреть на улице, то здесь боб уже, да, здесь просто он цветет, видите, белым цветом. И поднялись огурчики. Видите, как они хорошо поднялись. Вот. Мы их будем подвязывать, конечно. Значит, у нас вот шпалеры тут висят. Вода заготовлена для того, чтобы... А вот обратите внимание, вот это что у нас? Это у нас бутылочки. Здесь бутылочки, и в них вода. Если посмотреть, в течение дня к вечеру все бутылочки теплые, они нагрелись. Значит, а когда мы ночью, конечно, спад температуры, мы, значит, закрываем теплицу, и вот это вот бутылочки свое тепло отдают внутри этой теплицы. То есть перепадов больших температур на, допустим, на плюс с 25 градусов на плюс 10 ночных градусов или плюс 8, плюс 5, значит, они здесь уравнивают температуру. Это как бы батарея водяная. Просто она в течение дня, когда тепло, нагревается, а ночью она отдает тепло. Вот так вот мы примерно регулируем температуру в теплице. Ну вот еще можете полюбоваться, что на той стороне вон-то все томаты в помидорках. Вот. Вот такой небольшой обзорчик нашей теплички. И вот в углу скоро будет, Надежда Валентиновна разводит, значит, бутун. Вот, посадила его в уголок, чтобы были тепличные условия. И он вот здесь, шишечки уже начинают как бы расти, уже к стадии созревания идет. И скоро он выбросит семена и тут все заполнит. Вот. И здесь у нас еще мокрица. Это, как ее называют в Европе, молодильное яблоко, молодильная травка. Мокрицу очень женщины в Европе любят, потому что морщины разглаживает. Вот. Ну и здесь вот, как вот с таких вот томатов выросли буквально вот за 3-4 максимум недели вот такие томаты. Вот. У нас еще даже остались томаты. Вот. То есть вот такова наша как бы работа здесь по этим томатам. Тут щавель. А это щавель Надежды любимый. Она пирожки из него делает. Ей очень нравится. Так что, а сейчас сравнительно пойдемте посмотрим бобы на улице. Здесь у нас роза растет уже, бутоны начинают развиваться. Вот видите, она еще буквально полмесяца и будет цвести. Зиму пережила, а в Сибири зимы, естественно, очень холодные. Видите, лук, 3 июня, смотрите, лук какой. Значит, 3 июня, смотрите, какой чеснок. Вот. Надежда уже насушила чеснок. Вот. А вот у нас контрольные бобы. Это бобы у нас растут на улице. Еще не цветут. Они еще не цветут, они только начинают подниматься. Ну и тут смородинка, клубничка, ёшта. Клубничка вон, видите, зацвела около теплички. С внешней стороны интенсивно цветет. Пусть, дай бог, цветет и будут ягодки. А здесь уже... Здесь уже, видите, какие ягодки. Она уже отцвела. Вон уже подходит к тому, что она будет давать ягоды. Ну, на этом, уважаемые подписчики, мы заканчиваем свой видеоролик. Вот обзор нашей теплицы на 3 июня 2022 года. Вот так.